Это примерно вот так вот выглядит ажиотаж, когда в магазине гречку привезли. Не досталось, да, кому-то. Ай, жесть-то какая. Ну ничего, еще и бумагу туалетную приперли, так что налетай, подешевело. О, всем сразу надо. Красивые колечки джунгарские. Малышики. Очередь уже и за бумагой выстроилась. Всем надо. А, гречка уже закончилась. Все. Всем надо бумаги. Срочно. Ажиотаж. Самое прикольное, джунгари у нас особо наглые перебрались к Дегу. Ну, Дегу не против, в принципе, они их не трогают. Просто соотношение джунгарика и Дегу очень интересно наблюдать. Такие вот взаимоотношения. Вот они вместе кушают и друг друга не обижают. Это доказывает, что Дегу мирные товарищи. Приходите, выбирайте себе питомца.